Многие работодатели, несмотря на объявленный президентом выходной месяц, вынуждают своих сотрудников посещать рабочие места. Данные случаи касаются не только частных предприятий, но и государственных. Я работаю в одном из них. Нашему небольшому отделу был дан устный приказ от начальства, которое находится в другом городе, работать в прежнем режиме. Может быть, указ президента к нам и не относится, но письменного утвержденного приказа с обоснованием, почему мы должны подвергаться риску заражения, выходя каждое утро на улицу, не поступало. Средств индивидуальной защиты и дезинфекции не выдают. Откуда их брать, мы тоже не знаем. Даже обычная уборка в офисе с хлоркой и прочими обеззараживающими веществами не проводится, потому что уборщик находится на режиме самоизоляции. Единственное отличие от обычной рутинной работы – отсутствие посетителей. Речь о каких-либо доплатах и компенсациях не идет вообще. Изменилось бы что-то, если бы мы работали удаленно? Нет. Таким образом, мы с коллегами подвергаемся совершенно необоснованному риску и подвергаем ему всех, с кем контактируем. Хочется упомянуть, что организация, в которой мы работаем, относится к Министерству обороны. Может быть, среди военных ситуаций и лучше, но среди гражданского персонала она вот такая.